Уважаемые мои зрители, блин, ачивка одна за одной, СПшка падает. Ой, это как у скиллпоинты. Я уже прокачал, нормально. В ход пошли большие банки. Так, давайте парик, у меня это накопил энергия. Убираю, ща. Сраные лисы задолбали. Факин мозг. Я одну лису убил, 10 появилось. Подходи, только бей первый, чтобы Миша не ползал. Я не могу, у меня даже на радаре ты не виден. Я тоже его не вижу. Ты сраные лисы! По дороге подойди. Блин, короче. Подожди. Они же далеко, видишь, они нет. Вот. Уже видим. Бежали, далеко очень. Ну давай, иди агрих по новой. Ну, далеко там. Я сейчас туда же пойду, беру там. Здесь моду. Давай тащи сюда. Нет, это вы должны. Яичко валить, яичко он вызывает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пойда. Там мне. Да, блин. Ближайший узел — это зло. Убираюсь. Вы подойдете, нет, опять туда зашли. Че, Паша, убили тебя? Мы здесь. Да, меня убили, сейчас только возвращаюсь. Какой дороги, мы около тебя, нет? Нет. Подожди, погодь. Я по парень. На мини-карте вниз от дороги иду. Уже вижу. Ну, пока меня не оттолкнут, короче, это... Бегу. Все разбегаются, пока убежу. Вы смотрите, куда я примерно убегаю. Ты на одном респе бегай. Они, я не могу так, они там долго появляются. Так ты две точки возьми и бегай между ними. Я наверх в горку убежал. Блин, мы еще один парик не сняли, ты другой агрет. Все, собрал 5 мобов, 6. Это у меня все время откуда сбоку моб бьет, не знаю. Так, все, сейчас мы в деле. Поднялся? Подтягиваемся, ко мне мешать. Правильно бежите. Да. Он еще этот звук прибежал. Давайте, сейчас вот. Вот. Прицельтесь на счет 3. Ну, Миша пошел в ход. Да блин, у меня еще откат. О, лоб пришел. Отлично. Погибайте большого. Да, конечно, на Корее, играя на Корее, самое. Бля, 15% уже поднял. Проблема — это найти этих клановых мобов. Остальное уже чисто дело техники. Я ему в жопу наношу вообще ни о чем. Сейчас, по идее, набиваем клановых. Мне каждый раз это задняя атака правую эту пробивается. По грубой прикидке. Пока. На. Ощущение, что успеваем. У меня даже этот суперскилл по нему не прошел. Короче, ладно, наша цель у нас дороги. Так, где большие трубы? Я покачал скилл на получение. Мы шариков. Каких шарик? Ну вот это вот. Частицы мы. Удар, у меня 3 чистит. Да не, у меня просто на последнем уровне и там прокачиваешь, там. А, дух когда? Смотрите. А, блин, один какой-то моб все время мне в спину заходит. Это эти стреляют, которые. Тогда теперь скажи, которые стреляют? Которые сзади со спины. Которые сзади со спины. По-любому. Нифига себе, ребят, вот кто-то двое будут со мной сюда ходить и меня качать. Лоу, что ляпнул? Нет, ну я апну его до конца квеста.
Я на твоем левле быстрее могу апнуть намного. Вот у меня на 45-м уже жопа пошла. Прям 7 банок осталось. Я 15 больших и 50 средних слил. Что-то новые сообщения какие-то, сейчас надо запалить. Ты кого там агришь-то? Что долго ты там агришь? Да, ну половину прошли. Ну я осталось полчаса. Я не знаю, кого здесь. Я уже разбегаюсь. Пало просто в одной куче. В точку ты прибежишь, а там. Вот можете подходить. Там мне кто-нибудь подает, нет? Там разнес тебя? Нет. Только у меня. Вот, да. Ножки. У меня 7 банок осталось. Банки в городе у кузнеца. Что банки? В городе у кузнеца. Чтарик не кончается вообще. На! Ну хоть одного я убил, нет. Ты накрафтил его достаточно. У меня 0 очков, потому что меня выгнали. Так, ребята, у нас вот смотрю это, Андрюхи не стало и что-то очень долго пошло. Как не стало, все вредные места. Сил моб. Подстанил и сзади двое добил. Паша, давайте там карайте быстрее. Так, ребята, а вот теперь небольшой баг. Если. Ну, не, точнее, не баг, а это особенность. Если вот этот древень, который призывает, если его не убивать и убить всех этих миньонов, он призывает новых. Ага, а как что-то с ним-то будешь делать? От него отходишь немножечко. А как ты будешь, если у нас все массовое, как его можно не убить? Не отходишь на расстояние своего ехи и все. Кстати, таких бревен дофига, где я? Не, он самый снизу слева. Успеем ли? Да. Стараемся. Сейчас Андрюх сюда подойдет, будет нам. Я уже здесь. Где? Оп, где? Хотя, если подумать, за 50 минут с лишним 800 набит. Впритык идем. Почему за 50, за 40? Было 70 минут. Да, мы же не сразу начали. 40 минут их били. Сейчас 28 минут еще осталось.
Кто готов? Давай. Вот это темнота! Джонни, стой! Что? Проверю. Чё-нибудь бафнул? Не вижу, нет. Как, у меня энергия дух сожралась, я на тебя баф положил. Защиту тебя усилил. Надо, кстати, формации затестить. А клан баф каким-то? Или нет? Пока еще нет, у нас ни одного квеста не выполнено. А нужно несколько выполнить. Походи. Блин, чё, как быстро у тебя заряжается эта ракушка? У кого? Полторы секунды. Очень быстро, быстрее, чем у меня. А у меня на третьем. У меня на первом. Мне на неё СП жалко было. Слушай, я тоже поначалу, а сейчас как начал ее пробовать, блин, такая тема. Мало того, что она сбивает с ног, ну, этих мобов вряд ли. Ты проточил ее? Нет. А крыло ворона? Я ничего не точил, я точил только какой-то один скилл, который вперед прыгаешь, три удара наносишь. Это не ворон, другой как. Это такой этот красный. Хотя, чтобы проточить скилл, там какие-то поинты нужны. У духа просто там появилась новая хрень рыжая в виде скилл-поинта. Это я нажимаешь вижу, на нее, вставляешь скилл. Я смог только один скилл проточить, второй мне не дал проточить. Ты левел какой? Пятый. Так у тебя 3 скилла уже должно быть проточено, если не 5. Вроде 3. А ну может я смог. Хорошо, что у меня вампирик есть, и так банками часто пользуюсь. А да я не пойму, наверное, нифига, что он дал. Там открывается лист доступных улучшений. Не, я уже проточил, а как узнать, что он улучшил? Там, это там я на Асане скилла появилась строчка у тебя дополнительная. Я тебе скину статейку с описанием возможных этих апгрейдов. Там просто перевод, перевод посмотришь и все. Валите на дерево, тут под ним эти стреляют. Давайте, давайте. Надо на полянку собирать, а то в деревья. По обычным деревьям. Видите вот этих четверых, которые меня бьют мелко. А эту ракушку как-то, не знаю, переделали. Раньше же у нее был дополнительный этот... ХП-реген. Мана-реген причем. Ну, это я не знаю, вот... Там был дополнительный мана-реген. А нет, ХП здесь тоже возрастает. Раньше была такая херня, это мега-молния такая с зарядкой, когда ты над башкой молнию себя возводил, а потом ее шмалял по ней. Давайте бить, время 20. И сейчас есть? Сейчас, подожди. Нету ее. Паны нет, сейчас, подожди, я заюзаю эту. Да мы и так бьем, уже 900 набили, еще 24 минуты. Ты пока трындел, ты что мы это, уже что сотку набили. Че, какой? Нееет! Сейчас Зулуса завалят, помогите его. Помогаем как можем, я еще больше помочь не могу. Хилялся. Ваня. Печаль. Вообще. Чего, Паш? Печаль, говорю. Если не отхилялся. Отхилялся, тогда окей. 925 норм. Главное, расслабляемся. Прикуем, прикуем. В одну сторону идем, в одну. Идем за Джонни. Готов? Стой, сейчас подойдут. Давай, валяй.
Они, блин, что-то морозят прям. Как это я рут? Нет, не рут. Как уж это? Медузу кидают. Блин, 12 банок осталось, ё-моё. То же самое, а город тут рядом, 12. Паш, вниз спустись, закупись, это 2 минуты дело. Целую минуту, ты что? Кто идет за Клинским? Да, у меня МП нету, за юзу спил. У тебя вообще, по сути, МП нету. Ну, я их называю, да, этот хрень-то. ЕП. Ярость. Чё? Не валит никто, все убежали. Вы когда разбегаетесь, у меня начинают банки улетучиваться. Дайте, пускай они хотя бы меня несколько раз ударят. А это который на меня сагрили, тебя что? Да ты убежал, кто тебя ударять будет? Я здесь. Блин, они все на меня. Я знаю, что ты здесь, а он-то смотался. Вон, давай там впереди парень жирненький. Что-то я куда-то убежал, блин. В лесу уже потерялся. Блин, эти лица меня застали уже. Сейчас снимем. Ой-ой-ой. Живи, 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 уходи, откуда. Тут кто-то бегает еще. Я? Я так нервничаю, что у меня подмышки вспотели. Реально пот ручьем течет. Я на таком замесе не был, ну, годик, наверное. Нормик. Вспоминай былую убыль. Это ладно ПВЕ, а когда будет ПВП? Айда ко мне. А, когда будет ПВП? Надо памперсами запасаться. Вы пойдете, не? Да, вперед, да, добьем. У меня щит, как бы, он не резиновый, он деревянный. Ты чё ты убегаешь-то? Мы еще этих мобов не добили. Мы отойти от них не всё, можем. Всё, давай, я как раз заряжен тут. Куда идти-то, я чуть не понял. 40%. Да что ж такое? Я не понимаю, куда бежать-то вообще. А, вон, вижу. А, походу да. Походу ты про эту говоришь. Молнию. Это не та, которая частицы тьмы хавает. Это вот сейчас про эту черную спросил? Да, 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 да. Это разный когда стол. У тебя вот этот вот заряд собирается на 100%. И ты используешь понимаешь. Шар, он дополнительно идет усиление там в разы просто. Какой шар? А вот этот, который шар, ты крутишь над головой. Ну. Вот, если у тебя 100% вот это вот зарядилась там штука, вот которая где полоски ХП МП есть, там. Ну этот ярость духа. Ну, ярость духа, когда у тебя заполняется, тогда вот добавляет вот такая вот с неба падают черные штуки. Так. Ко мне? Песик, ка? Год мой. Ты где вообще? Кто-то за спиной меня сейчас пробежался. Нет, мы все втроем стоим на одном месте. А, здесь, где там стоим, я тебя на радаре не вижу. Меня толкнули просто. Вон-то, вижу. У меня больше 18 очков почему-то, всего 21 очко. Я изучил. Сейчас изучу чуть-чуть.
Лут вообще что-нибудь не собирает? Да тут нет его практически, он удален там в кепке. Положи скорее. Я забежал, далеко убежал. Да, подожди, стой. Скажу тогда. Давай. За 17 минут должны пятиху набить. Две банки осталось. Активней! Что-то темпы как-то сбавили, короче. Маленьких больше бейте. Не знаю, как у вас, у меня темп все еще как надо. Бомбу в спину не агрились какие-то белые. Гораздо проще. Еще подошел немножко, если еще валяйте 4 штуки. Блять, а че у меня какой-то счетчик на квесте висит? Время красное? А, это время. Ой, блин, черт. 400 за 14 минут. Давай собираемся в кучу, разбежали. Звони. Ребят, вы за пределы карты выходите, мы не видим, куда потом бежать. А ты сразу, когда бьешь мол, сразу смотри, я уже привык сразу смотреть, куда я вижу Джонни. Джонни сейчас в город побежит. Сейчас уже тогда. Сейчас пачку добьем. А, хотя сейчас апнусь. 3 сотых. А ты апнешься, а дальше ты что будешь делать? За банком побегу. Так, куда бежать-то? Так, я за банками. Шьёрт побери. Нам захвати. Угу. Блин, жаль. Да, вот. А где они продаются? Светаните. Да ты нажми на... А, светануть? Нет, как на бежать? Кузнеца нажми. Кузнеца? Нет, он не открыто. Вниз по городу, ко мне. Там светанул. Я говорю, да, свет нужен. Видишь? Нет, ты светанул на пати через Ctrl, давай. Народ, вы меня кинули? Ты что? Нас кинул. Вот, ко мне бежите. По реке просто скажешь, что там будет город. Просто бутылки там у кузнеца продаются. Угу. Блин, бежать еще, ё. По дороге могу бить. Видишь? Я оттуда... Где бог войны? Черт кто знает, завтра по шеям от меня получит. Рыбак войны, блядь. Запач, что ли? Нет, Канемара. Что случилось? У Канемара пропал вообще. Кто пропал? Канемара, Виталий. Так, а где... Что-то мобов вообще нету. У меня тут только 3 штучки есть. А, ты ушел уже в город?
Я нет, я вот здесь смотри, вот налево, налево, налево. Вниз побежал, мне налево. Погодь, парень. Карту уже отбегал. Я три меня пробежал там. Так, я тебя на карте даже не вижу. А, во. А, ты мне. Еще ачивку поймал. А, где? Это кореец какой здесь. Вот я рядом с тобой, короче. За спиной. Спиной. Я тут вот Sunrise. Вот я рядом с вами. Скрин. Не, я не знаю. Мишаня, а ты меня видишь? Да все тебя видят, нас четверо. Нет, ты видишь его на мини-карте? Вижу, всех четверых вижу. Точнее, нас пятеро, но я вижу четверых. А, подожди, нас четверо. В платье я тоже отображаюсь. Чуть глюкнул меня. Нету авто... О, а, есть автонаводка на этом. Два раза кликаешь на... Пать. Она же левая и показывает. Ко мне. Две банки. Блин, давайте быстрее, одна баночка осталась. Десять минут, 300 мобов. В принципе, реально. Если бы банки были. Бегайте вы за банками. По дороге можете уже сразу их бить-то. Они же там буквально сразу возле этого появляются, возле города. Правда, не в таком большом количестве. Давайте пачкой пробираться к банкам. Линкуйте общий. Линканул. Не видать. Не различаю. Их у меня три линка. Последняя банка была. Ко мне. Ну, в принципе, если умрешь, жми на средний и появишься в городе. Сразу закупишься и придешь. Да ни хрена себе бежать! Там бежать, я говорю, за 30 секунд забежал. Ко мне подойдете, нет? Я побежал за банками! Я подожди. Все за банками, бросайте мобу. Сейчас банки возьмем, от банок побежим, мобов валить. Не успеваем, а так. Если вы сейчас все банок купите и начнете нон-стоп херачить. Сзади моба аккуратно. О, Лоресса. Так, что-то мне смутно кажется... Нет, туда. Жри баночки. Брю. Чё-то, Паш, ты линканул, ни хрена здесь никого нет. О, последняя баночка. Не туда, не, еще ниже спускайся. Туда еще ниже-то. Там вдоль реки, если идешь прям, то попадешь как раз. Я побежал, короче. Давай, давай, я здесь уж. Тут поселочек. Нифига себе поселочек. Город. Ну, мне издалека показалось поселочек. Моста набегаешь куда? Направо, налево? Направо. Мост перейдешь направо. Ни хрена так далеко бежать. Обратно через лес возвращайся. У меня тут конь стоит.
которого нахлобучили когда-то. О, ребята, 6 минут! Двести пятьдесят мобов всего убить. Мы сможем, ребят, я в нас верю. А, перегруз! Кому тут убежать надо? Кузнецу? Да, да, да. Ты на банк. Я около него. Не, к банкам он пошлет очень... Нет, к банкам он послал... Нет, к банкам он нормально приведет как раз. Да, к банкам он как раз нормально приведет, потому что кузнецу мне ни хрена не продали. Он просто похож на кузнеца, как он... 7 минут! 7 минут, 7 минут. У меня 7 показывает. 6. Может, у всех по-разному? Добивает тот, у кого больше минут осталось. Давайте бегом, ребята! Отметка-то. За меня беги, да и все. А, ты в город бежишь? Я из города уже бегу. А, из города, да, на меня беги. Четыре. Не 200 мобов. У меня 5. Может, тебе по-разному начали? Давайте кучнее собирайтесь и погнали. Да, у меня, кстати, ряд побрал. Я где-то рядом. Раз рядом, давай еще ближе. На дорогу выйдите. Ты на карте гляди, там точки. Я вас не вижу. Не прогрузились мы. Вы меня видите на мини-карте? Не знаю. Да, да. Не на мини, ты на большой карте смотри. Там поинт себе поставь, куда бежать здесь. Счет вообще прекратил. Никто не убивает стал. Почему прекратилось? Капает. Нашел. Ты меня видишь, Андрюх? Да. Ближе к дороге, пойдем, там мобов больше. Две минуты. А, у меня одна баночка осталась. Не успеем. 150. Бля, так обидно. Я апнулся. Даже не заметил. Я 25% апнул. Андрюх, давай ко мне. Мешай направо.
Во. Чё, я вообще тебя не вижу. А тут? Мочи, да, это зулус. Я даже дроп не собираю, чтобы ускорить процесс. Я его вообще не собирал, нафиг он нужен. Да я вижу. Нажмите, 2 минуты. Реально сотку нажмите. 1 минута. Ну и та, которая... Будем надеяться, что еще 3 по времени сервера. У меня 2. 1 минута. Не успеем. А я говорил вам. А, одного человека не хотелось. Все, во всем бог войны виноват, я знаю. Я только что хотел сказать, блять, Паша. А ведь 100 мобов! Сраных 100 мобов! Ну да. Нет, еще минуту у меня показывает. У нас 0. Давай уже. У меня еще капает. Кстати, помните ресурсы там это, после истечения времени капали? А это глюк, он просто не сразу пропадает и закрывается. На следующий день остался. Может, срок годности протестёк, ты его не продашь за ту цену, за которую... Уже нету. Не за, зачет не идет, походу, насколько мне известно. Ну ладно, короче, гнем до последнего, фиг. Все, время. Может, вот нам мог... там уступят немного. Хрен знает. Короче, бьем до 1500. Если квест не отменится. Нет. Вот, у меня время настало. У меня еще минута. Давайте бегаем. Ну, квест не считает. Все, перестал считать. Вот да, теперь 1404 остановилось и все. Да. Все, давай, да. Эх, беда. Да, буквально пару минут уходил. А все, нет, буквально не был бы он здесь. Я, конечно, могу еще один квест по фану взять. Бери этот же. Да, если бы я выбирал. Да, так вот, купить банок 100 хотя бы. Давайте-ка это, реально банками затаритесь. Не, давайте-ка, знаете что, встанем-ка где-нибудь в нейтральной территории, вдруг нас пошлют, блядь, во вторую деревню. Давайте-ка к Кальфиону все подтарим, там возьмем квест, давайте и на конях быстренько улетим. Да, давно мы таким составом не собирались. Пойдем, пошли. Надеюсь, в ближайшие полтора часа никто спать не собирается, нет? Я. О-о-о. Елена. Ну, блин, вы нас подводите. Все, без Лены мы не справимся. Как, я сейчас... побежали, что ли? Я выхожу из плана. Ты моя лошадь, а. Лена, как ты могла? Куда, в Кальфион едем? Да, давайте в Кальфион, к верхней конюшне. Готовы, разработчики, все дела. Коней ставим недалеко от места фарма, ложим в них банки. О, кстати. Главное, чтобы лошадь не потерять, а то мне стоимость банок не окупится в смерти лошади вообще никак. А вообще, если лошадь падает, то инвентарь сохраняется. Не, инвентарь сохранится, но мне восстановить лошадь дороже, чем сбегать будет за эти. А ты купи эту донерскую хрень. Я тоже 128. А у тебя не осталась бутылочка, которую заимку продавали? Нет, а чё? На балалайку похоже, она смерть устанавливает. Её можно купить же заимки. Можно было. Если ты уже один раз покупал, то не можешь. Всё, нет. Я покупал какой-то за один, за одну эмку что-то покупал. Да, была лайчка такая. Знаю, что это было. Если осталось, то ты можешь установить смерти лошади, но не рекомендую восстанавливать меньше, чем 5 смертей. Потому что получается невыгодно. Ой, меня с игры вылетело, я думаю, что за фигня. Ладно, я стрим остановил.
Да, что-то я смотрю, мой стрим вообще в пустоту уходит. Почему? Никто не смотрит? Да, вообще ноль зрителей сейчас, на данный момент. Ну и все, выкидывай тогда. Так у меня тоже, ну что-то сегодня... Чин, да, сегодня какой-то трэш вообще. Вчера он до 20 доходил. А у меня коняга пятый скилл поймал, а? У меня тоже что-то вот... Вчера, сегодня вообще галяк. А у меня кошка ездит на лошади. Эх, ребят, жаль, что вы меня сегодня не смотрите. Я так отдавался клан квесту, так отдавался. Да чё он, клан очков больше всех нафигачил. Вот, почти может косарь, посмотреть, что да. Филонил на самом деле. Да. Я показываю себя пальцем, показываю. Зулус! Елена! Блин, 4 к влияния, господи. 4? Я даже завалил кого-то? Да, ты одного завалил, я забыл. О, вообще, блядь, просто. Паш. Кстати, я валил нифига не на 270 очей. Это не количество убитых, это там одно убийство. Я тебе говорю, то, что я навалил, если даже по 4, не на 270 очей, а больше. Тут как-то не по 4 за каждого, тут идет по элитка, не элитка. Да, ну может быть и так тоже. Не верьте Паше, у него еще очки оставались из прошлого квеста. Ах, Паш, какой. А Таташеньки тебя, Павел. Ай-яй-яй, испалился. Что такое второй столбец, 75? Очки работы. Очки работы, очки влияния. Так, так, 75 из 69, это что? Вообще как? Это... Энергия, через дроби. Потом работа. А, все. Ой, потом влияние, да. Я в пати остался даже сразу. Короче, Грац меня с уровнем. Грац. Блин, еще надо один раз сейчас на мобу хапнуть этот все очки скилловые. И изучу скиллы, да. Тебе ачивок столько больше не дадут. На определенных мобах, как тебе сказать, вот убил 100 волков, тебе ачивку дали, и тут так же. То есть тебе нужно, на этих мобах тебе уже дадут за большее количество определенных мобов. То есть если ты сейчас будешь месить орков, тебе за орков начнут давать. Тем более партийные очки, насколько я понял, не это какого. Ачивки есть партийные, не партийные. То есть в пати убил столько-то мобов, без пати и так далее. Че нас не смотрят? Вот люди умные вещи говорят, между прочим. Это всякое... Мне интересно, скилл этот учить или не надо? Кстати, а где Кус? Там же где Цапыч. Чё-то они пропали. Да, я хрен знает, они вчера на шашлыки собирались. Воу-воу-воу. Да. Я в Жишни прочь тоже. Ну, так, ну чё, отменяй эту шлугу? Поталым снегом вообще сама она. Отменяй эту бяка-квест. Это специально сейчас, знаешь, он остается и не показывается, сколько мы добили. Чтобы глаза мозоли, что мы нубы такие. Короче, если не сдаем, то все нахрен выходим из гильдии. Платим штраф. Без проблем. Да, потом да, как да, набивать да. Будем. Сутки надо подождать. Да. Вы уж извините, я потом таймершу качать буду. Нон-стопа, чтобы полтинчик-то нон-стоп. Взять. Так как я понимаю, что сейчас, в ближайшие полтора месяца, мы будем играть здесь. Да. Знаете как? У меня будет лично мое представление об этой игре. Это будет точности как АА. Я здесь наиграюсь, все посмотрю. И если к релизу в России не подготовят какой-нибудь пиздатый класс или офигенный там танк, охеренный вертолет или еще что-нибудь такое, что меня заинтересует, я в эту игру не вернусь. Ну, ВА меня ничего меня не заинтересовало. Очень удручает. Ну, вы уж простите, это как с линейкой. Ну, линейка, кстати, вообще особая игра. Не знаю, чем она меня цепляла 8 лет подряд. Ну, это реально, она такая игрушка, которая постоянно хоть ты заканчиваешь, даже уже... возвращаешься. Да, все время, все, не буду играть. Удалил клиент, хуяк скачал. Был такое. Ну, там видишь, много. Саппорт классов.
Ах, и там все. Я, если честно, вот это обилие одинаковых классов, хоть и их малое различие, знаешь, как чем цепляло? Ты поиграл танком, ты считай, идешь по цепочке, например, ты начал играть танком, там попробовал потом БДшку и так далее, тому подобное. Ты потом в конечном итоге опять захочешь поиграть танком. А тут 4 класса. Ну, 5 на подходе. В итоге их будет 8-9. И что? Ну, в принципе, классы интереснее намного, чем там, и неоднообразные. Ну, ну не знаю. Магичка, если честно, мне уже настопиздило играть. Вот сейчас я и полтинник вкачаю чисто фиксированно, чтобы он был. Чтобы хотя бы что-то было на замену. Ну, у нее профы прокачаны. Хорошо, можно профы это, как его, если что, на нее заходить, профить. Пока на другом персе не профи. У меня уже 3 тира на 3 этих. Собирательство, перекрафт и коневодство. Жалко ее кидать, конечно. А я вот за таймера играть, когда ведут. Вот и я тоже жду таймера, поэтому и говорю, что жалко кидать. Я даже ведут Блейдера, Визарда, Валькирия, все равно буду играть за таймера. Чем она вас так привлекает? Мне всегда нравятся призыватели и эти, дуальщики. Чтоб самому вам руки не марать. Почему? Она между... Ты видос же видел. Посмотри, она же в основном даже сама дамажит. Урон на питомца у нее фактически никакущий. Как у нее, отдача или как он называется, этот меч? Это вообще катана вроде, нет? Не, ну там же есть отдача и этот... Катана это совсем другой меч. Катана у этого, у самурая. У самурая катана? Катана это меч защиты. У кого у самурая самурайский меч, длинный. Ты не знаешь японскую философию? Да я знаю, я не помню название этих всех мечей. Ну смотри, самурайский меч – основной боевой меч. Потом уже после него идет катана. А за катаной идет вот этот припиздыш, который нужен либо, блядь, для полной обороны с катаной, либо сделать себе харакири. Ну это так вот, чисто поверхностно. Не, я же говорю, там это у нее катана полу, ну, короче, меч у нее как трость. Он же без гарды, без ничего. Нет, у нее много мечей, так же как и браслетов. Один браслет у тебя в виде кристалла, другой браслет у тебя в виде во всю руку браслета. Ну, и да, у нее да. Также. Вот первый меч, насколько я понял, у нее как катана, а вот уже выше грейдом как палка какая-то. О, кстати, народ, сейчас когда квест выполняли, там кто лут собирал, выпадал у кого-нибудь этот, как его? Почка, да, кровавая. Почка кровавая? Почка. Ну, почка. Это срез дерева, который на кровь дерева. А, сейчас гляну. У меня вроде не было. А то просто я смотрел, по описанию говорят, что там может с мобов выпадать. А, не, у меня... У меня лежит вот эти вот куски ихни, два гриба каких-то, которые сожрать можно. Значит, камень в виде печени, камень, это все в броню, три камня, кровь одна, так, еще ветки какие-то, ну это все обменные итемы. Не, вообще лута, так, вот только два камня дропнуло. А я алхимический станок поставил у себя дома, заходите. Так, что там с квест? Чё, все готовы? Ну, подожди секунду, я это, инвентарь солью себе. Не, вообще прикольно, у меня запой голды нет. Не, конечно, крафт-банок на такие мероприятия, это то, что надо. Сейчас дадут моба в замке, блин, вот это скакать. А сейчас в любом случае нам куда-то скакать и искать, надо будет разделиться. Блин, большие банки такие тяжелые, вообще жесть.
Так, сейчас я это, подождите, камушки вставлю в эту броню. Угу. Упадало? Да у меня камней нет в этом. В этом, блядь, в верхе. Везде есть вроде? Шлемы. Да, везде есть. Сиреневый? Сиреневый. У меня плюс один поинт. Почему-то, я не помню, криту вроде. О, у меня колечко на два дамага. Это надо отремонтировать. Возьму-ка я его, продам. Врагам. Ох, я камень вставил на два защиты. А таташечка. Так, ну чё, я готов. Ну, идём все. Куда? Вот эта лошадь пробежала. Огромная, серая, полностью серая, такая тёмно-тёмно-серая. Ноги мохнатые, грива до пола. Ты прям как про машину. Нифига себе, Феррари, да? Не, вообще мне нравятся тут такие эти породы есть. И, кстати, уже новые все выводятся и выводятся. Чё-то я лошадку поднагрузил, по-моему, немножко. Она бедно навьюченная теперь этими банками вся. А я думаю, чё у меня как веса много? У меня 50 шкур тех, 50 шкур тех. Давайте, чё, через 5 минут стартую тогда. Давайте все толпой соберёмся где-нибудь. Фото. Ну, в Кальфионе чё? Так мы и договорились в Кальфионе. Все на лошадях и все одновременно на дыбы встали. Интересно, 100 банок хватит? Мне кажется, нет. 70. В прошлый раз мне сотни не хватило. Но с вами денег не наберешься. У меня было 200 тысяч почти, сейчас 80. Да не говори. Я вообще, в принципе, банки никогда не покупаю. Жесть. Жесть, как она есть. Зак, вот это на макросе, короче, было сейчас. Кто, чё? Где? Да мы тут издеваемся. Под лошадками. Издеватели. Даже скиллов не пипит. А почему квест убрал? Ты его убрал, Паш? Да, я убрал. Блин, давайте. Быстрее. Секундом. Еще надо это все в порядок привести, а то я уже полтора. Если не целых две, я зарос вообще, жесть. Че, в щетине ходишь? Ладно, щетина, у меня уже борода тут такая на все лицо, короче. Потрачивай бороду. Паша как осла лошадь нагрудил. Да я тебе говорю, она вьючина такая. Она у тебя вообще не побежит. Подбежал, как миленькая, смотри. Я, по-моему, проще бежать слишком и свистеть, чтоб подбегала она. А где Паша-то? Рядом с галантерейщиком, который банки продает в Кальфионе. Блин, слушай, мне нужно седло купить? А чё там нужно, это... Общение поднять. Первый левел? Ну... Или общение, подожди. 100 нужно, 100 общения. С неписёй. А, 5 именно? Да не вопрос, сейчас. Хочешь, я тебе сделаю, знаешь как? У меня есть общение, я могу купить себе. Да у меня общение тут 100%, я сейчас быстренько сделаю. Ну тут вообще не очень, как бы, с этим чуваком-то общаться. Да, ну, тут вообще-то не очень, да. Ладно, потом. Я могу купить тебе седло и продать его на ауке. Да, нет, я не запариваюсь, что он там, тысяч. Ох, я то же самое, Паша, сделал. Сколько, 100 банок положил? Как инвалид побежал. Как будто мы не на квест идем, а идем с ограбления какого-то. Чё, давайте, стартую. Не, да, ребят, можем альтернативный вариант вообще взять сейчас крафтовый квест.
Ага, не, спасибо. Это сейчас задолбаешься там переводить, узнавать, искать что-то. Ну зато. Нет, пере. Нет, давай. Дешево? 10 тысяч квест. 10 тысяч квест, но ты еще рест-то выкакай где-нибудь. Ну. Тебе сейчас какой-нибудь он этот опять опал понадобится. Вот, кстати, кто знает, что за броня? Вот около аука стоит. Тут ауков несколько, если что. Нет, около аука, где мы все. Ребят, вы что там за броня? На кого? Нет? На лошади? На лошади, на лошади. А, на лошади. Давайте, вот, давайте, вот я стою, слева от меня лошадь, короче. Металлическая броня. Никогда не видел. Вот это, видимо, крафтовая срань. Вот я ее хочу закрафтить. И седло крафтовое. Крафтовый. Кради коня. Конокрад. Короче, погнали. Давай. Куда погнали? Ты квест взял? И беру. А он область хоть покажет? Конечно. Нет. Переводим. О, кажись, тот же самый, слушайте. Опять полторашка, я с того же места причем протыкивал. У меня опять две, ровно две страницы было, по деньгам все, везде все то же самое. Ну что, пробуем туда же отбежать? Переведите на всякий случай, если тоже там древний, что-нибудь такая хрень, значит туда же. Я пока выдвинусь в ту сторону, может вы пока переводите, я уж его ударю. Мы уже сотню завалим, да? Не, лошадь, правда, инвалид. Ребят, да, стартуйте перевод. Да, я пока на лошади добегу, я быстрее пешочком. Да ты на себя сними, она быстрее поедет. Потом обратно вернешь ей. Вроде тоже дерево написано. Погнали туда же. Я пойду спать. Мне через 4 часа. Я пойду спать! Да, не тряснись, Ванечка. Давай, не беги. Пока. Давай, пока. Ну я такой милый сгул, милый сгул. Пока-пока-пока, чивая перьями наша ляпа. Паша, почему у нас девушки не разговаривают? Потому что она стесняется тебя. Потому что... Да, они у нас стесняшки. Блин, у меня был лошадь, которая побыстрее бегает. Потому что гладиолус. Да. Блин, я таки... Встречал таких лошадей, которые меня, не знаю, там обгоняли, как будто как поезд мимо нищего. Я что-то не понял, у нас еще одна девушка появилась? Нет. Тебе кажется? Так, почему мне не сообщили? В письменном виде. Так, женатик, успокойся. Не, я понимаю, я женат, но я это... Свободен. И я свободен. Началось! Ты кого там разводишь на деньги? Не, я разводусь. Ну, ты разводишь, я понимаю. Его разводят. А, тебя разводят на деньги? Все имущество забирает. Ну чё, какие медленные? Кто там, набежали, нет? Древний. Я почти. Давай, 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 давай. Даю. Но у меня, кстати, 100 очков быстрее ваших всех. Ха-ха-ха-ха. Скорость 118. Больно. На 11-м левеле. Я не то побежал, что ли? Это реально так как-то далеко метка стоит. Пам-пам-пам. Не, у меня вот. Поставь метку. Нет, там метка стоит, вы чё? Меня не ставит. Странные ли какие? Паш, за бабах, пожалуйста. Сейчас, момент. За бубень! Через контрол. Трол. А, ну все правильно, я туда бегу. Я. Паша, ты же там, что ли? Хрень какую-то бежите там через жопе. Да, я уже почти на месте. Так. Вот я уже почти на телепорт, месте. О, да, и... это... А, нет. Бля, это орки. Ё-моё. Ты тычку-то поставил? Да. Я походу не там побежал. Лошарного на я! Ты побежал в обход. Всё, вот. Явно на лошарного. Всё, слил нам клан квест.
Где бог войны, ядрить его мать? Самый быстрый способ через горы. Кратчайшим путем, да. Я через горы пошел. А я рядом. Я, между прочим, еще больше срезал. Ха-ха. О, понеслась. Деревья. Те же самые, да? Да. То можно теперь квесты подбирать, какие нам удобно. Собираться в нужном месте. Ты берешь квест, а мы начинаем уже валить. Да. Да можно прям тут мне тоже стоять и тут же его. А ты квест берешь прям в гильдии чате? Да. Я говорю, сейчас оказалось, что квесты просто они заранее уже известны. А нафига мы тогда в Кальфионе собирали? Мы это не знали. Я это только сейчас. Теперь это знаем. Да, только сейчас узнали. Надо по-любому. Паша решил всю славу себе собрать. Давайте ко мне, кто подтягивайтесь там. Чё-то я кого-то вижу, дяденьку Кэлла. Но он чё-то стоит, тут не воротит. Я эту коняшку свою перегружал. Да-да, отмазы пошли. Всё, я помчал сейчас, валять буду. Наваливать. Да, подваливать. Ебашу за кашу. Да. Хоп, Кэлл исчез. Мишаня? Чё? А где есть мост? Далеко, походу. Давай здесь пока. Сейчас найдем парики нормальные. Давайте к нам подкатывайте. Надо идти туда же. Я на карте смотрю, здесь вообще мобов нету. Мне тут даже нечего таскать, в принципе. Главное, этот чувак со мной в пати, но побежал к Паше. Я бегу там, где по карте мобов много стоит, понимаешь? Ты кому гребешь? Ты их сам валить будешь? Так вот ты должен за мной бегать, а не так я... Так я... Ты откуда свалился, блин? Мессир! Корнет! Вы не обнаглели? Так. У нас вроде в игре так таковых там. Мы на том же месте собираем. Да. На мосту. Все, ребят, мы уже рубим вовсю. Не, я понимаю, что вы рубите вовсю. Главное, Маша, чтобы тех мог. Чё? Чё? Не вариант, я тебе говорю здесь. Опять не вариант. Двух мобов убили, убежали. Убей, мы пока сейчас место ищем, мы, короче, уже все пропрофаним. Убей тут. Я сейчас найду место. Кто-то лошадь свою оставил слишком близко к мобам. Слишком близко, это где? Я за мобом. На дороге. Нормально, танк уехал. Убей дальше, пожалуйста. Там прямо по дороге мост, и вот туда направился на мост. Точку поставь. Вот ты к лошади подойди, по дороге дальше прямо победи просто. Ты не добежал буквально 100 метров. Ты знаешь притчу о палке? Дорога как бы она не в одну сторону. Ты бежал со стороны города. Тебе вот надо, я тебе же говорю, ты не добежал просто немного. На будущее тебе скажу, я не знаю, где сторона города. Я прибегаю и забываю. Я как бы на местности в игре не ориентируюсь. У тебя плоховато с ориентацией. Блин, фармят, уроды, блин, мешают тут. Сколько примерно квестов нужно сделать для одного скилла? Черт его знает. Сейчас увидим, сколько. Андрюх? Я лаганул вообще чаще. Минут 10 АФК. Собрал? Секунду. Давай, это валяй. Пенёк тут за мной тесался. Давай. Блин, что-то я не могу. О! Мишань, давай к нам. Да кому к нам-то? К пати своей. Да где вы?
Вот тебе. Возле от моста направо буквально там 10 метров. Я по карте легче вас найду. Мичики. Так, ребят, 10 минут прошло, мы даже сотни не набили. Ай-яй-яй. 10 минут мы даже бежали сюда. Мы в тот раз тоже так начинали. Да, так у нас сейчас, по-моему, на одного меньше. Ну и чё вы бегаете, мобов не бьете? Да блин, я... Где танк-то вообще? Танк собирает. Незаметно что-то. Ты кого там собираешь? Два моба вместе тут стоим. Я думал, тут сейчас мега парик будет. Вот Коцик стоит справа, два дети. Стоит и хлеба не просит, да? Что-то у нас один Xperia, видимо, вырубает, хотя все время жалуется, что у него непрофитный игрок. Давай ко мне. Ну игрок-то может непрофитный, да. Ты вообще слоупок. Да, да, Ирак. Слоупок. Все, ушли. Так, нужен большой парик. Нужно много больших париков. С таким-то количеством банок. Да что это немного? У меня 180. Я как бы про запас взял. Потом, может, качаться пойду. Он собирает, нет? Пытаюсь. Лёх, пытаешься. Секунду, подожди, сейчас будет. Ладно, сотенка. Они все разбежали, далеко очень. Блядь.